Авторадио. 20 лет. Лучшее. Авторадио. И под конец приходят те гости, которые до этого говорят: я с утра не могу, я занят, только вечером заскочу. Ой-ой-ой, Денис Клявер! Нет, друзья, ну для меня большая честь сегодня оказаться в такой компании. 20 лет, я сегодня с утра так в полудреме открыл твиттер. Все артисты, самые популярные в этой стране, не только... Уже пишут, я там был. Фотографируются на баннере, да, увидел Маликова в объятиях Томаса Андерсона. Андерсона, да. Андерсон — это другой. Ганс Христиан тоже. Почему? Томас Андерсон. Ну да, Томас Андерсон, да. Вот, естественно, я волнуюсь, потому что такое событие, вокруг меня такие тщательные люди, да. По идее, ты должен был сказать: я к вам специально из Питера ехал, поэтому не мог с утра. Ну, не, ну, если бы я к вам специально из Питера приехал, я бы с утра точно был. Короче, в социальных сетях там все нормально. Все вообще, друзья, артисты там все отчитались, все, да? Отчитались, все празднуют. Да и Денис только что, расчесав свои волосья? На фоне нашего баннера. А да. Ты не завидуй. Я завидую, скажу честно. Сначала Маликову, а потом Кляверу. Не, подождите, еще этого самого. Илья Резник вот еще. Ну, да. Он впереди. Это у всех наш кумир, кстати, безусловно, и Маликова, и моих. Денис, ну, опять-таки, вспоминая ваши творчество, да, дуэт «Чай вдвоем» и то, что вы натворили за эти годы. Ведь вам же тоже уже больше 20 лет. Ой, да? Нам уже, да, у нас как раз вот, на самом деле, в следующем году «Чай вдвоем» 20 лет исполняется. Практически ноздря в ноздрю идем друг с другом и с авторадио. И безумно приятно, что мы в вашей компании. Это здорово. А вот можно вспомнить, как «Я пойду». Мы как мы пошли в... «Спою на мой, я готов улететь, убежать». Что же сейчас такое? Что же сейчас, да, расскажите нам. Это начало! Я сейчас вам скажу, это начало. Кто же мог подумать, что этот человек рос на песнях группы «Чай в дверь»? Да, я на чае вырос. Да, и вырос. Поэтому такой качественный. Да, да, да. Что это, песня, да? Это из первого альбома, из неизвестного, да. Но это только фаны в курсе. Из раннего. Из неопубликованного. Это только самые преданные фаны. Так мы фанаты дуэта «Чай вдвоем» и Дениса, поскольку, ну, «Чай вдвоем» с нами везде практически. Да, и мы на самом деле тоже везде с авторадио, безусловно. Теперь, когда мы высказали друг другу приятные вещи, давайте начнем. Перейдем на грубости. Да, доколе уже хочется сказать, Денис. Доколе, в конце концов, да. У тебя такие грустные лирические песни в последнее время в твоем репертуаре. Такие трогательные. Ты повзрослел, что ли? Трогательные. В каком возрасте артист и вообще участник шоу-бизнеса? Участник шоу-бизнеса, какое дурацкое выражение. Ну да ладно. Какой шоу-бизнес такое выражение? Ну-ну-ну. Так вот, в каком возрасте начинает взрослеть? А в шоу-бизнесе? А сразу, неважно, рано. Рано. Как только попал, сразу уже взрослый. Вот. Причем, мне кажется, да. Вот ведь сидит сейчас, гонит просто, да. Потому что проходит. Мне кажется, в шоу-бизнесе люди не взрослеют, а наоборот становятся моложе. Вот. Посмотрите на эту прекрасную милую девушку, которая уже, не знаю, 20 лет на этой радиостанции. Такое ощущение, что она позавчера в школу закончила. Я 12 лет на этой радиостанции. А она параллельно училась, да, в школе. А мне такое ощущение, что всю жизнь ты здесь, ты знаешь, вот по-хорошему. Так надоело. Она просто сюда пришла, когда ее выгнали из 8 класса. Ну и поскольку Денис теперь уже... Нет, ты же балуешься чайком еще. Конечно, ну как, да? Это и чайком мы со Станиславом балуемся, и так сами по себе балуемся. Вообще мы такие баловники, черт возьми. Так и всякий наперекосяк. Ну, в общем, сейчас-то что мы будем петь? Все-таки из творчества «Чая» или все-таки «Чай»? Не, ну «Чай вдвоем» может петь только вдвоем. Поэтому будем петь песню про не, про «Не такая, как все» радиостанции «Авторадио». Про которые... «Не такая». Да, «Не такая» радиостанция. Она же моя. Она же не такая, как вся. Как ну все. Что, споем? Мурзилки Бэнд поддержат, надеюсь, да? Мурзилки, надеюсь, поддержат, поехали. Да. Поехали. «Авторадио». 20 лет. Лучшее. Праздничный марафон-концерт. Сейчас девчонки сразу сделают все погромче. Не такая, как все. Денис Клявер. Впервые пою песню живьем. Это, кстати, имею в виду в плане подживую музыку. Оказывается, вот она. Опа, какая она. Аранжировочка-то хорошая. Я сейчас слова не забыть от волнения. Подсказывай. Поехали, да? Раз, два, три, четыре. Растворюсь в твоих глазах, не жалея ни о чем. Чуть быстрее. Ты сейчас в моих руках, может, это просто сон, где мы вдвоем. Авторадио. Ты же не такая, как все радиостанции, и не надо больше лишних слов. Неужели это сейчас? Слова забыл. Да, тайра, тайра. Все серьезно. Ты же не такая,
в твоих глазах утону. Знай, ты не такая, как все. Я тебя люблю. Ой, как приятно нам. Ой, ой. Растворяясь в тишине. Ночь и день разделим на двоих. Обжигает радио поцелуй. Ой. Я сгореть хочу дотла. Больше не Ольга, тебя просто пить уже. Дотла. Давай, Лаля. Дотла. От губ твоих. Автора. Ты же не такая, как все. И не надо больше лишних слов, раз неужели это всерьез со мной сейчас? Да. Бунем уже пошел. Да. Ты же не такая, как все. Я в твоих глазах утону. Знай, ты не такая, как все. Я тебя люблю. Сейчас так красиво будет. Встречи, прощания. Долгие расставания и нежных слов признания твои. Ты же не такая. Вот я думаю, сейчас все нас слушают и понимают, что действительно радиостанция «Авторадио» не такое, как все. Поэтому как минимум 20 лет вы нас радовали, еще как минимум 120 будете радовать. Все вместе! Ты же не такая, как все. И не надо больше лишних фраз. Неужели это всерьез со мной сейчас? Ты же не такая, как все. Я в твоих глазах утону. Знай, ты не такая, как все. Я тебя люблю. Вот сейчас хочу перечислить людей, благодаря которым любит эту радиостанцию. Это Юрий Костин, безусловно, Рената Диатулин, замечательная Дашенька, прекрасные мурзилки, а вот, замечательные музыканты, вся муз-редакция, вообще новостийная. И вообще, конечно, безусловно, вся наша прекрасная страна, потому что если не было бы России, не было бы такой замечательной радиостанции. Ты должен обязательно сказать, как честный человек, бухгалтерия. Денис Клявер! Я здесь зарплату не получаю, поэтому бухгалтерия мне будет несу. Поаплодируем Денису, просим, Денис, пожалуйста, не уходи, пожалуйста. Ты нам нужен еще буквально на пару минут. Я думал, ты меня хочешь выгнать уже. Нет! Это радио, авторадио. 20 лет. Авторадио.